А ну-ка сделайте мне фото, мисс Ежан. Меня заделайте, чтоб было как в Париже. А ну-ка сделайте мне фото, мисс Ежан. Сейчас я ваш моншер, и я иду поближе. А ну-ка сделайте мне фото, мисс Ежан. Я должен видеть эту девочку счастливой. С ней порезвиться ночку я бы не возражал. Давай быстрее, Жанна, чтоб не очень криво. С ней порезвиться ночку я бы не возражал. Давай быстрее, Жанна, чтоб не очень криво. Кого я вижу, не мне снится Константин. Ну что ты встал как поц и дрыгаешь как цуцик? Куда вы дели Костя модный габардин, который брали мы на Малой Арнаутской? Я вас предупреждаю, Костя, тет на тет, что если дальше будет что-то в этом духе, я буду вынужден так спортить ваш портрет, что даже чернозем и тот не станет пухом. Я буду вынужден так спортить ваш портрет, что даже чернозем и тот не станет пухом. Не смею больше вас задерживать, месье, но покажите, как выскакивает птичка. Извольте дюжину пирожных для Люсьен. Как жаль, что не смогу презентовать их лично под солнцем южным, как под грудью у мадам. Немного жарко, но до одури приятно. И все планируют под им туда-сюда, а я планирую под им туда-обратно. И все планируют под им туда-сюда, а я планирую под им туда-обратно. Солнцем южным, как под грудью у мадам. Немного жарко, но до одури приятно. И все планируют под им туда-сюда, а я планирую под им туда-обратно. А я планирую под им туда-обратно. Откройте свой фотографический секрет, и я скажу вам строго конфиденциально. Уж скоро час, как на изысканный мольберт, всех нас рисует уголовка натурально. Я исчезаю в духе стильных парижан, ведь я сегодня вист и два туза в кармане. Не поминайте лихоморку, месье Жан, я мимо них сейчас растаю, как в тумане. Не поминайте лихоморку, месье Жан, я мимо них сейчас растаю, как в тумане.